создание уникального корабля «Буран» — это задача, которая не имеет полного окончательного завершения. После сборки всей системы надо научить думать, работать, взаимодействовать в одном ритме, ради одной цели. Для этого корабля космические аппараты как бы отдавались в жертву космосу. Выйдя на орбиту, они уже не могли вернуться невредимыми на Землю. «Буран» создан для частых встреч с космосом. Многоразовость — это новый прорыв за пределы земного тяготения. Новое качество работ, исследований, а значит, и больше должна быть отдача от присутствия человека в космосе. Десятки километров пройдет он по дорогам космодрома от испытания к испытанию, прежде чем соединиться с ракетным носителем, пружиной, которая выбросит его в космос. Вторая летная машина. Когда она будет собрана, человеческая власть вряд ли заметит хоть малейшее отличие от первого. Но сотни изменений по праву будут внесены в ее систему во всю конструкцию. Корабль будущего называют «Буран» еще потому, что не существует сейчас такого спутника, который мог бы заполнить весь грузовой отсек диаметром почти 5 и длиной более 18 метров. Только современные пилотируемые станции могут примериться к такому объему. Самолетные формы, самолетные узлы, но таких требований к надежности, какие задают условия полета, никогда не было на планете. Шасси корабля встретится с Землей со скоростью 340 км в час, и при этом они должны выдержать груз 82 тонны. Корпус планера, узлы и агрегаты под обшивкой не должны нагреваться до температуры свыше 150 градусов, иначе понизится прочность конструкции, надежность. А после полета в вакууме и холоде космоса орбитальный корабль врезается в атмосферу и около 20 минут летит окутанный пластиком. До 1600 градусов могут разогреться поверхности Юра. И при космическом холоде, и при плазменной жаре размеры каждой плитки должны быть неизменны. Многоразовость и теплозащита. Две взаимосвязанные задачи. Всего два цвета – черный и белый. Законы физики продиктовали такую правду. Поглощать, не пропускать тепло – такая задача у шуба, который защищен Бураном. Электронная вычислительная машина просчитала толщину, кривизну, форму, размер каждой из 39 тысяч теплозащитных плит. Сначала примеряются слепки, и уже потом свое место занимает квадратик выточенной машины, пронумерованный плазмом. Вес ничтожен, но если с одной стороны плитку раскалить до бела, то с другой рука человека может держать ее, не накрывая. Сначала здесь делается планер, и только позже он становится орбитальным космическим кораблем. Под килем, который делает «Буран» так похожим на акулу и придает ему хищное очертание, готовится место для основной маршевой двигательной установки.
Именно она должна переводить его с орбиты на орбиту. Но космос не любит резких движений. И для тонкой и точной ориентации будут монтированы в буран орбитальные двигатели и хвостовой части, и перед кабиной пилотов. Модульное – самое прогрессивное решение на сегодняшний день. Энергии буран в космосе ракетоносителя. Когда они были смонтированы вместе, многим показалось, что энергия прогнулась под тяжестью бурана. Космический орбитальный аппарат, принадлежащий к самолетной линии. А здесь, в монтажно-заправочном корпусе, проходит последняя подготовка и бурана, и энергии перед тем, как они встанут, направят свои двигатели в Землю, чтобы всей мощью оттолкнуться от планеты. Только Бог Я, названный последней буквой алфавита, может, потому что именно он, последнее связующее звено ракетной системы со стартовым комплексом, он останется на Земле после пуска. Дополнительное телеметрическое оборудование. Ведь буран в полете должен рассказать о себе как можно больше. Кабина пуста. Пилоты будут наблюдать за полетом Земли. Пилотируют во время посадки, но... В этом же корпусе устанавливаются гидротехнические системы. Они разделяют потолок буранной энергии на высоте около 150 км. Эта скорость в этой колоссальной связке будет 6 км в секунду. Для энергии бурана мало надежности. Они еще должны обладать живучестью. Резервированные жизненно важные системы, многие неоднократно. Автономный бортовой комплекс управления проверяет не только блоки, но и сам себя. Система прицеливания. Это последний крупный блок, который монтируется в этом корпусе на энергии.
всех странах, на всех космодромах Земли, дорогах стартов торжественно. Макеты не один раз проходили этот путь, но это были макеты. А сейчас город можно сравнить с пружиной, которая уже сжата. Системы корабля заправлены, каждый блик на его корпусе покрыт лаком. Топливные баки дышат как легкие и продуваются воздухом. Установщик не только несет старт, но и поддерживает жизнь систем энергии и дурака. Рядом с этим комплексом 4 тепловоза, а в каждом 1000 лошадиных сил, кажется игрушечным. Даже из космоса с орбиты видна такая связка у старта, о котором космосу ближе всего. Установщик на Байконуре простой кузнечик. Прыгать, конечно, он не умеет, но сила его надо огромная. Давление в гидравлической системе 200 атмосфер. Точность гиверная. Он не просто ставит ракетную систему. Он передает ее старт. Совмещает, соединяет десятки тысяч разъемов величиной цветов. Все лучшее, что было создано в Советской космонавтике, собрано, переосмысленно и воплощено в этом комплексе. Здесь нет ничего случайного. Кажется, что соединяется нервная система всех людей, создававших этот проект, с электронным мозгом ракеты и орбитального корабля. Новые возможности человечества создали эту систему. Эта система открывает перед человечеством новые возможности. Выполняется еще один пункт из космической программы, предсказанный еще Циолковским. В Луне можно будет отправить 32 тонны груза, построить поселок. К Марсу и Венере 28 тонн и узнать, наконец, есть ли жизнь на Марсе. А если есть, какая она, неземная жизнь? Человечество всегда награждалось профессором. Дание продолжилось. За 11 часов до старта начинается подготовка к заправке, затем заправка. Управление всеми системами передается в центральный бункер. Надежность и живучесть всей системы. Анализировано более 500 аварийных ситуаций. Найдены пути выхода из них. В системе прицеливания особое внимание.
испытания ракетно-космической системы, испытания точности мысли, потенциала всей страны. Испытания людей. Антенны локаторов нацелены на трассу полета. В воздухе на разных высотах самолета. Десятки телевизионных камер следят за стартовым конкурсом. Подмосковный центр управления полетами готовится к принятию управления. За 13 минут до старта взлетает самолет сопровождения. На его борту телевизионная передающая станция. Замирают люди. Пусть уже управляет автоматом. Подходит система прицеливания.
впервые Буран стоит на земле самостоятельно. Если раньше люди в него вкладывали свои знания, опыт, то теперь он, уже как объект для исследования, даст людям уникальный материал о полете, о себе,